Четвертый класс закончен. Как можно жить без мечты о сказке? Какой же Новый год без Деда Мороза?
От меня не прячьте нос. Добрый я сегодня. Ой, голова, борода моя седа и белы ресницы. Если к вам пришел сюда, сможем подружиться. Здравствуй, дедушка. Хорошо, что ты пришел. Я Маша, а это мой брат Витя. Здравствуйте, а вы из какого театра? Доброго здоровья. Только я не из театра. Тогда вас переоделся чей-нибудь папа или дедушка. Ну, ладно, ладно, Витя, я сейчас спорить не буду. Придет время, и ты тоже поверишь в чудо. Хорошо. Мне как раз нужна сейчас помощь добрых людей. А что случилось? Чем мы можем тебе помочь? Ой, беда стряслась, беда. Внучку мою, Снегурочку, заманил в свое царство Кощей Бессмертный. Мне туда нельзя. А внучку-то спасать нужно, дети-то нас на праздники ждут. Без нее праздник не состоится. Я пойду спасать Снегурочку. И я тоже пойду, хотя я во всякие сказочные царства не верю. Ой, хорошо, тогда вот что. Вот, держите. Это волшебный клубок. Он вас приведет в царство Кощея Бессмертного. Не бойтесь только. Бросьте и идите выручать Снегурочку. А что в нем волшебного? Простые нитки для вязания, как у мамы. Тише, Витя, не перебивай, пошли дальше. Как же, это не как у мамы, это волшебный. А дальше вот что. Идите за клубком и возьмите вот эту волшебную лампу. Держи. Если совсем худо будет в царстве Кощея, подрите эту лампу, и придет вам помощь. Ну, ступайте, дети, ступайте. И я пойду готовиться к празднику. Подарки детям не видать.
Тащи на синий знак. Thank you.
подковы. Что это я там разглядываю? Вы Снегурочку нашли в царстве гаще, а ребята в зал пришли, с ними веселее. Чтобы нечисть победить в праздник новогодний, нужно класса попросить выступить сегодня. Отложите все дела, выступает 3А. Thank you.
впереди. Стой, предатель! Ты меня одного оставляешь! Пусть дорога тяжела, знаю без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке. Вы услышите сейчас, как поет четвертый класс.
Я же говорила, что просто не могу жить без вашего простокваши. Не бойся, мы тебе там не секрета, а за
по-человечески. Нам очень нравится ваш визит. А простить вас может только Дед Мороз. Вы ему чуть праздник не сорвали. Здравствуйте еще раз, люди добрые. И вы тоже, лесные обитатели. Привет, привет вам. Ну что, не удалось вам праздник сорвать? Ладно, прощаю я вас. Но смотрите меня больше ни-ни. А вам, дорогие мои помощники, внучка моя, как ты? Нормально все? Маша, Свити, спасибо вам большое, обнимите маму свою. Ну кто теперь не верит в чудеса? Чудеса не тогда случаются, когда люди друг другу добро делают. Надо быть добрым, честным, и тогда каждый день все будет ждать чуда. Так что давайте будем все настоящими волшебниками. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Что-то только мне у вас уж больно здесь лихо. Как-то жарко, снежку нету. Ну ладно, я, чтоб быстрей новогодний праздник начался сейчас, хочу вместе вот с этими моими друзьями спеть еще одну новогоднюю песню. Пожелать всем новогоднего хорошего настроения, здоровья, счастья. Ну! Нет, я смотрел, как вы выступали. Молодцы!
все порадовали меня. Но скажу вам, надо мне дальше идти. Другие дети меня ждут. А вы всем вашим родителям, учителям я подарочки передал, так что попросите, чтобы они вам отдали. С Новым годом! С новым счастьем, с новым здоровьем! До свидания всем! На фотокарточку с Дедом Морозом, только не разорвите меня на части, можете подойти к елке. Сварится.
Так, ну там еще у нас... Ой, какой лес. Так, ну давайте, друзья, сейчас взрослые будут. О, самовар несут. Деду Морозу, да, ему мороженое сейчас, они самовар несут. Так, шестой выброси, пожалуйста. Меч выброси, у Снегурочки не должна быть меча. Спасибо.